Геленджик, короче, 5 августа. Пиво. Водку, прикинь, пьет. Стоит одна. Делает вид, что ждет маму. Два стаканчика. Разводит какую-то тетку, она это ему говорит, да я не знаю, просто нету ничего, просто пошли погулять. А он ей, прикинь, там начесывает что-то. Пиздец, как у них работа такая конченая какая-то. Это прям бред. Это когда, знаешь, одно и то же, когда они вот это дарят сначала, какие-то подарки, а потом это, забирают их, когда человек не покупает там что-то, тему какую-то. Сними меня, и кто-то ждет у меня, и вот Колян захотел сняться, короче. И мы это просто идем в Геленджике. Натуре народу дохуя. Ну это еще не сильно много. Сейчас темнеет, будет больше. Ты прямой эфир? Нет. По качеству оригинальное сохраняется этого видео. И оно на ютубчик просто попадет. Пусть там будет. Самокат надо заснять, как уже я его разломал. Что не могу покататься теперь. Вчера приобрел самокат, он сломанный дома стоит. Ну я его уже с утра с самого начинал ремонтировать, хотел его все починить. Не получилось просто. Ну завтра, наверное, получится, ничего страшного. Все сделаем, лучше подзатянем. Все гаечки, масло туда нальем. В каком-нибудь пит-стопе, чтобы они там просто посмотрели его. Тем более у одного из них, кто делает. У одного из хозяев там, кто и будет делать. Есть свой самокат, они такие. Короче, колесо я уничтожил просто. За один день заднее убил просто его, оно восстановлению подлежит. Слушай, не знаю, как у меня телефоном беда, я с телефоном говорю, беда. Вот, вот здесь пойдем посмотрим. Просто это очень замечательно, они придумали и с этим делом. Тут, во-первых, туалет, и вообще здорово, да? Прям вообще здорово будет. Пока нету, я сам даже меньше, если честно, зарабатываю.
Вот, прикинь, они замутили бассейн. Еще пока до 10 вечера, по-моему. А скоро будут ночные вот эти вечеринки. Прикинь здесь. Прикинь, вот море. Черное, вот бассейн. Здесь вход, там что-то 500 рублей. Вот там за шезлонгами написано, сколько это стоит все. Вот я обнаружил, когда самокат купил, начал кататься просто везде. Я обнаружил это место. Смотрите, как здесь вообще выглядит. Здесь просто вот, просто толпа бухает, развлекается вообще. Вот там же море, просто тут поднапился, туда просто ушел. Вот, а поднапиваться здесь просто вообще здорово. Круглый бар. Геленджик, место, где ты счастлив. Геленджик. Блин, мы прошли пятерочку. Ну, короче, вот здесь, прикинь, вот какой-нибудь день рождения даже отметить, да? Просто. Карты взял по 1500. Две. Я не еду, я приезжаю на набережной. Ютубчик, я тоже такую кружечку купил. Расклад. Вот такой расклад. Да, да, я знаю. Мы же пойдем, ну, я не знаю, что, кого. Мне надо бы отключиться ненадолго. Пойдем в сторону. Ты вообще что хочешь делать? Не знаю. Не знаешь? Мне так нужно. Это металлический пазл. Что? Мне тоже накурилось. Ну. Мне сейчас вообще... Желательно бы, конечно, не словиться. Да стой! На У меня одна точка осталась, две. Да. Да, ну как, может быть три, от одной, ну как-то там. Короче, пока я отдыхал. Либо я плохие шары, может, делал какие-то. Ну, у меня, в смысле, есть еще и другие точки, это какая разница? Вообще без разницы. Просто пока выпивал, отдыхал, не знаю. Белочки. Белочки. Так, а тебе на какой улице надо встретить? На Горького. На Горького? Так далеко, если честно. Как-то нормально проходят. Прям вообще нам только он записывает. Все проекты. Зато прогулялись. Но мы попозже еще заловимся, если есть желание. Есть желание? Ну, посмотрим, да. Но я думаю, я сейчас спать не лягу. Там вся проблема тоже только во сне, может быть. Просто я... А что там происходит?
зоопарк. А это который на горе? Нет. А где он? Колесо обозрения с левой стороны. А, здесь, в смысле? А сколько он стоит? Просто 500 рублей, детский 400, а это детский парк. Хорошо. А то мы в один зоопарк, короче, не попали там на колесе, на том обозрении. Да, и мне надо еще магнит. Ой, пятерочка, сейчас она будет. Или она здесь? Она здесь. Пойдем, подождем, пока покуришь. Я хочу энергетик там один свой любимый взять. Он очень дешевый, новый. Его можно весь день пить и спать потом. Он вкусный такой. Сейчас, короче, эти оборотни скоро спать лягут. Половины не смогут выйти после 10 вечера. А другие оборотни либо останутся из тех оборотней, которые уйдут из улицы. Другие проснутся. Это как это. Дети уснули, взрослые проснулись. Пошли гулять. И все, и начинается здесь. Ну, прям какие-то драки, какой-то такой расклад я не слышал, если честно. Все культурно здесь обходится. Не, ну, по-любому есть. Я в том году вообще видел, как там охранники просто избивали там людей. Это жестко. Шарики, видите, вот, они шариками торгуют, а это 100 тысяч штраф, где деньги возьмете? А, я потерял тебя. Что написано там, патруль? Не знаю даже, что написано, но там, прикинь, ой. Просто купила кепку, не знаю, что она написала. Экскурсия. Я эту не видел. О, смотрите, там этот. Чуть ли не Ван Дамм сидит. Из Голливуда гостя пригласили путевки продавать. Вот здесь мы выпиваем алкогольные напитки. Там дискотека начинается. Так, а пятерочка это вот здесь, в этом повороте. Вот видите, такая желтая полоска, и здесь надо осторожно. Я сам не езжу по этой желтой полоске. Ну, как-то неохота, я с людьми там по-человечески рядом. Прям чуть ли не на пятки им наезжаю. Ну ничего, все обходится нормально. Все добрые, счастливые, красивые. Радостные. Все радостные, ходят вокруг. Так, все, магазин не буду снимать. Как бы не нужен он совсем нам. Просто всем пока.